Ракетка, раз, два, три, четыре, пять. Ребята, всем привет, с вами Никита. Как вы знаете, в наших любимых танках Hills of Steel вышло обновление, потому что игрушке исполнилось 4 года, у нас появился новый усилитель дрон, и плюс разработчики всем дарят какой-то там бесплатный скин легендарный в честь 4-летия игры. Ну что, ребята, давайте по порядочку начинаем. Смотрим, у нас есть новый усилитель, дрон. Мы пока Red Scar с вами знаем. Дроны — это помощники, которые помогают нам побеждать других соперников. Мы с вами сегодня этот дрон обязательно протестим. Вызовите создающий хаос, беспилотник с автоматическим наведением и стрельбой. Отлично, ребята, нам будет дрон помогать. Испытайте дрон, и пусть ракеты посыпятся на врагов дождем. Отлично. И дальше у нас что? Вот он. Ребята, эксклюзивный новый облик. Легендарный облик водителя. Короче, всем бесплатно. Нам всем бесплатно доступен такой вот скинчик. Ну что, ребята, давайте переходим в гараж. Сначала смотрим по облику. То есть у нас, ребята, вот такой вот получается классненький облик. С обликом понятно. Теперь давайте, ребята, смотрим по усилителям. Для каждого танчика мы должны, я так понимаю, с вами будем открыть новый усилитель. Да, вот он. Вот он, ребята, дрон. Стоит он 20 самоцветов. Если честно, я коплю самоцветы для того, чтобы открыть танчик Конг. У меня в аккаунте в основном нету этого конговца. Поэтому мы, в принципе, можем, ребята, этого дрона выбить бесплатно, если откроем какие-нибудь сундучки. Так, попробуем, ребята, сначала выбить дрон из какого-нибудь ящика. У меня есть немного ящичков. Смотрим, что мне прилетают пока для Дюна карты. Еще 10 сундучков. Давайте их откроем, а если нет, тогда уже купим. Так, отлично, ребята, смотрите. Только... А, это мне для Теслы что? Подождите, для Теслы выпал дрон. В магазине еще решил открыть бесплатный ящик. Так, здесь у нас ничего не выпало. Пока один дрон, ребята. Давайте еще 9 откроем ящиков. Может, и какие-нибудь дроны? Нет, пока прокачиваем Дюна. Так, редкий. Редкий ящик ничего нам не принес. Еще, ребята, 7 ящиков. Я думаю, пару дронов выпадет. Так, для арахнида, хорошо, ребята, уже для арахнида есть. В принципе, немного поиграть, немного открыть ящики. Для жнеца появился дрон, и мы спокойно, ребята, не тратим самоцветы, потому что я, как вы знаете, собираю, чтобы открыть еще один легендарный танк. Поэтому давайте открываем ящики, смотрим. Нет, пока мы можем прокачивать Дюна. И можем еще открыть 3 ящика. Так, 2 ящика, ребята, и у нас что, получается 3 дрона. Так, для Кракена, хорошо. И последний, ребята, последний ящик, и начинаем тестить. Так, о, 2 самоцвета прилетело, супер. А, еще один остался. А нет, все, по ящикам все. Ну что, ребята, давайте сейчас мы вспомним, какие нам там прилетели дроны. Так, нам для жнеца, по-моему, выпал дрон. Давайте его возьмем. Да, есть, ребята, дрон для жнеца. Мы за него еще можем и прокачать. Давайте остальные здесь усилители тоже подпрокачаем. Ух ты, я давно не прокачивал ничего. Для жнеца вообще не качал никакие гаджеты. Так, давайте все прокачаем. Пила на 11 уровень у меня получилось. Так, все, ну можем... И сейчас давайте, ребята, смотрим. Взяли дрон. Дрон поставили. Хорошо. И какое у нас там событие? Так, командир я не хочу. Давайте, 1 против 1. Все, тестим, ребята, тестим новый дрон. Новый усилитель. Он должен, по идее, какие-то ракеты выпускать. Сейчас мы это с вами увидим. Так, что, начинаем с дрона. Я жду, пока к нам едет танчик. Запускаю, ребята. Ух ты, он откуда-то появился. Ракетка, раз, два, три, четыре, пять. И все, а, вы видите? Такой немножко. Ну, он где-то сколько? 1/5. 1/5, получается, отнял. В принципе, неплохо. Мне понравилось. Так, давайте, можно еще разок. Так, против Титана. То есть дрон гарантированно отнимает какую-то часть хпшки у соперника. Давайте сразу вызываю, ребята, дрона. Что, он полетит? Такой, раз, два, три, четыре, пять. Да, я представляю, ребята, что будет, если мы его прокачаем. Если мы его на максималку качнем, он, наверное, по сути, может половину жизни спокойно отнять. Так, ладно, давайте для другого танчика посмотрим. Так, что у нас там для другого танчика? Ага, мы можем еще открыть сундучок. Мало ли, опять дрон. Так, для баллиста, ребята, для баллиста прилетел дрон. Отлично, ладно.
Так, я не помню, для Катюша. Не, для Катюша у нас дрон не выпал. Для Атласа тоже не выпадал. Так, для осадного танчика. Для осадного танчика тоже не было. Для Кракена был, да, дрон? Для Тесли нет, для Мамонта. Так, а что у Мамонта? У меня так тоже ничего нету. Для Арахнида. Для Дюна не выпал мне случайно дрон? Нет, для Дюна нет. А для Скорпиончика тоже не прилетел. Конговс нет. Так, для Кракена. У нас есть для Кракена. Так, для Кракена есть дрон, хорошо. Но Кракен у меня-то не прокачанный. Кракен не прокачанный. И танчик у меня, ребята, будет... Вернее, и дрон будет только первого уровня. Посмотрим, насколько... Сколько он вообще отнимет жизни. Опять же, Титану. Так, ну погнали. Так, выпускаю, да, сразу. Заряжаю дрона. А он около меня находится. Так, давай, 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 давай. Короче, я даже ничего не успел сделать. Ну, Кракен, Кракен, видите, ребята, Кракен у меня, можно сказать, на минималках. Поэтому им нет смысла играть, пока его не прокачаешь. Хотя только шестой уровень. Так, давайте возьмем. У нас там для осадного танчика выпал дрон. Так, осадный. А нет. Так, подождите, а для какого танчика? Только что же мне выпадал дрон еще. Так, а, вот для Теслы. У нас для Теслы, ребята, есть дрон. Хорошо. Так, давайте на Тесле. Тесла плюс дрон. По идее, мы сейчас хотя бы этого Феникса вынесем точно. Так, поехали сразу. Я, ребята, сразу запускаю нового усилителя, нового помощника. Так, давай, дрон мочи. Раз, два, три. Сколько ты там? Пять выстрелов наносишь. Ну, по сути, то же самое отнял. Так, и я сейчас... Добью, хорош. Нормально добили мы этого танкиста. И идем дальше. Давайте сейчас попробуем, ребята, режим 2 против 2. Опять же, оставляем Теслу. Мало ли кто-то тоже будет с дронами. Поехали. Я с Коброй. Так, сразу дрона вызываю. Ну, в принципе, нормальный усилитель. Его главное, ребята, прокачивать. И давайте выжигаем, выжигаем их всех. Так, иди сюда. Катюша. Катюша осталась, ребята, Катюша осталась. Нет. Нет. Меня вынесли. Меня вынесли. Ну, Кобра добьет. Добьет, хорошо. Я здесь спокойно. Я что-то как-то очень наивно полез в бой. Давайте еще, ребята, еще один бой. Так, за 5 титан. А я с кем? Я с осадным танчиком. Хотя, в принципе, у осадного танчика кассетные эти бомбочки. Они нормально будут выносить. Так, начинаем с дрона, ребята. Пускай дрон там... Ух ты! Это мне показалось или нет? Они, ребята, вынесли дрона моего. Ничего себе. То есть дрона еще можно сбить. Вот это интересно. Дрона можно сбить, оказывается. Давайте сразу опять попробуем это сделать. То есть мы сразу запускаем дрон. И посмотрим вообще, сможет ли он хоть немного какой-то урон успеть нанести. Так, поехали. То есть, по идее, дрон не надо сразу выкидывать. Так, дрон летит, летит, летит. Так, успел. Дрон успел вынести, выпустить все ракетки. Ё-моё, Арахнид тут поливает. Арахнид поливает нормально. Но мы смогли, мы выстояли. Давайте, ребята, еще. Еще один заходик. И открываем сундучок. То есть обновление классное. Классно. Классный усилитель. Мы сейчас с помощью этого усилителя и с помощью Тесла еще и Дюна. Смотрите, ребята. Дюна — это предпоследнее обновление. Плюс сейчас, смотрите, я вызываю дрона. И мы выносим. Выносим эти кобры. Так, выносим. Нет, кобры, кобры выпустили авиаудар. Вот я думаю, не поможет. Никому не поможет, хотя меня вынесли. Так, сейчас Дюна добивает. И мы, ребята, что... Эй, Дюна. Дюна сейчас что-то плохо. Что-то не то делает. Так, это кто скинул? Кто подлечился? Еще и подлечился. Кобра еще и подлечился. Давай, Дюна, ну, стреляй-то, в конце концов, наконец-то. Так, ребята, нормально. Нормальный бой. Ну, мы должны еще один раз победить, и нам тогда дадут еще один ящик. Так, Мамонт. Мамонт. Мамонт будет против моего дрона. Запускаем дрона. Вызываем помощничка. Поехали. Так, я, наверное, не буду на рожон, ребята, лезть. Так, вынесли, вы видели? Моего дрона сбили.
Ты даже ничего не успел сделать. Так что с дроном надо быть аккуратным. Так, и забираем, забираем мы один ящик. Никакого дрона не было здесь. И давайте здесь еще. Еще, ребята, здесь можем открыть. Так, два. Два ящика. Открываем, и нету ничего. Монетки выпадают, и последний. Так, отлично, для Дюна, ребята. Для Дюна прилетает еще пару карт. По идее, можем качнуть Дюна до 9. До 9 уровня. Ну что, ребята, на этом все. Появился у нас новый усилитель. Это дрон. Так что, ребята, открывайте. В принципе, открыть несложно. Играйте, выносите других соперников. Не забываем, ребята, вступать в наш клан. Никита ТВ Геймс YouTube. До скорого.